Сегодня мы займемся микроджигом. Попробуем половить окуней. Ну а больше. Ну еще здесь водится щука. Но это вряд ли. Сегодня нам попадется. Ну, пробуем. О, сидит. Тут те же заброс. По-моему, даже чуть-чуть. Так и есть. Ё-моё. Это хищник. Прикольно. Пока оставлю. Говорят, с первого заброса словить плохая примета. Посмотрим. А мне так даже очень удачно. Сошел. Большой боковой ветер леску сносит. Ну, ничего страшного. Может, пытается поймать щучку. Но щучку конкретно здесь вот я не ловлю специально. Не то, что сегодня. За щупой я хожу дальше по речке. Как-нибудь сделаю видео об этом. Да, тут пока поклевок нету.
ты, блин, вторая еще села. Офигеть. Была поклевка, я откусил. Ё-моё. Так, ну вот у нас еще получается. Блин, щука клюет и клюет. Взяла, оторвала. Ё-моё. Ладно, тут значит ямка вот находится небольшая, походу там она скопилась. Пойдем-ка мы половим вот здесь. Да. Опять что-то щука. Да. Офигеть, такого еще не было у меня. Вторая. Ё-моё, что творится? Не то, что вторая, ё-моё. Я ж за окунем приехал. Да и щуку-то такую брать нельзя. Он снова вылазка этого года. Может, весенний. Хе. Вот такая же откусила меня сейчас. Блин, ну поводок ставить снасть, конечно, сильно меняется. Если игра для снасти. А где жопнут весь? Ты его съели, что ли? Да, что-то окуней-то нету. Вот это дела. А, сидит. Где тут половина? Ветер зря. Творится, а? Приманку съел. Офигеть. И было что-то хорошее. Мне кажется, опять щука была. Но это не точно.
Ну, тут похоже на опен. Есть. Небольшой. Ну, собственно говоря, за таким мы и приехали. Не знаю, видно вам или нет, но он целый косяк белой рыбы. Во-во-во. Причем его тут не было. Один. Твою мать. Опять щука съел. Да ёб твою мать. Да ё-моё. Да что происходит? Так, ладно, сегодня хватит. Опять я оторвал приманку. Рыбу все отпустил. Щучка была небольшая, такую брать незачем. А на днях, если получится, попробую уже съездить именно за щукой. С другой снастью, с другими приманками. Может завтра, может выходные. В общем, в целом все прошло удачно. Было интересно.